Более 200 наград президента страны могут увидеть жители и гости столицы. Большинство экспонатов сделаны из драгоценных металлов и представляют собой настоящие шедевры ювелирного искусства. Дмитрий Крюкович одним из первых побывал на выставке. Эта экспозиция одна из самых растущих. Уже сейчас ордена, медали и знаки отличия Нурсултану Назарбаеву подарили лидеры более 50 стран. Большинство произведений из драгоценных металлов и камней покрыты редкой лазурью и позолотой. Все реликвии годами хранятся в специальных хранилищах и только на несколько дней в году их видят зрители. Дважды в день мы производим замеры температуры и влажности и регулируем это состояние. Кроме того, по условиям хранения нельзя подвергать их усиленному световому воздействию, атмосферному воздействию. Здесь нет ничего случайного. Все знаки отличия за вклад президента в экономику, международное сотрудничество и общественное согласие. Награды говорят о многом. Польского посла, к примеру, заинтересовал редчайший даже на родине орден Белого Орла. Им награждены единицы, в том числе и Нурсултан Назарбаев. Это награда, которую получают очень такие достойные люди, которые боролись за Польшу, которые что-то сделали такого, большого для Польши, для польского народа. Да? Эта награда была восстановлена уже при новой власти после падения социализма. Выставка продлится чуть больше месяца, потом переместится в регионы. Сотрудники музея говорят, что награды президенту приходят очень часто. И уже буквально через год эту коллекцию можно будет не узнать. На сегодняшней экспозиции более 200 самых различных наград, но это совсем не означает, что среди них должны обязательно быть ордена, медали или какие-то кубки. Вот эти вот мантии – это тоже своеобразный знак признательности от мировой общественности. Многие крупнейшие университеты считают долгом чести иметь в своем преподавательском составе такого человека, как Нурсултан Назарбаев. Дмитрий Крюкович, Азамат Саметов, Хабар, Астана.